В сегодняшнем видео мы раскроем тему скрытых символов. То есть вот здесь у нас есть Enter, здесь у нас тоже Enter, здесь у нас пробелы, и сейчас мы их не видим. Чтобы включить просмотр скрытых символов, нажмите на Type и выберите вот данный пункт меню. И вуаля, скрытые символы стали видны. Ну, на этом все. Большое спасибо, что вы смотрите мой контент. Ну, наверное, все. Пока-пока.